Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Soul Knight. Что же мне сделать? Так, это у нас маг. Я пока за него не хочу играть. Ассасин. Духовая трубка, нет, это я просто переключаюсь. Береги себя, он говорит мне. Просто береги себя и все, разбойник. Подожди, я хочу досмотреть. Досматривай, инженер. Чиню турель. Все чем-то заняты, да? Так. Торговец. У торговца мне сказали ничего не покупать. Или это у другого торговца, а? Тут ничего для меня нету. Какая-то уточка в ванне плавает маленькая. Так, мне сказали, тут лейка где-то, вот она. Лейку брать и поливать. Здесь нечего выращивать. А здесь я могу полить. Поливаем. Полить. Тут тоже полили. Садовый участок. Открыть. За 5000? Вы серьезно? Нет, ребят, не хочу. Не хочу, у меня нет столько денег. А здесь нечего выращивать. А почему я не могу здесь действительно ничего посадить? Трубку отдай мне, пожалуйста. Мою духовую трубку отдайте мне. Вот. Удобрение. Кстати, а я могу что? Да господи, ты будешь? Блин, я хотел удобрение взять. А он не берет. Он не хочет брать удобрение. Вот и все. Тогда я заберу. Я и трубку свою духовую теперь забрать не могу. Да, получается? Или могу? Все, взял. Как здесь, конечно, с этим все тяжело и туго. Вот это пандочка. Вот что мне с ней? Покормить. А чем же ее покормить-то, если у меня даже ничего нет? Уточка какая-то. Просто. Просто нажимаешь, и она крякает. А вот это что? Понятно. Ой, а что, пандочка со мной бегает теперь? Нет. Хотя да, со мной. Ладно, ребята, все это, конечно, хорошо, но мы должны с вами дальше играть и дрынькать. Посмотрим. 1-1, как всегда. Не забываем юзать с вами. Слушай, тут, кстати, это новая локация. А я здесь еще ни разу не был. Ну, что ты стреляешь-то так еле-еле? Да я возьму пистолет свой, я в конце концов иду. Смотри, какие там монстры. Ну давай, иди сюда, я тебя сейчас устрою тут. Бум-бум-бум, разбомбили. Так, обезьяны тут еще всякие. Шимпанзухи. Всех бомбим. Без разговоров, друзья мои, без разговоров. Нифига. Так, здесь справились. Что ты там? Статуя какая-то древняя. Бунянит мне. Так, кувшины разбомбили. Так, а где карта? Карты не вижу. Не вижу, ребят, никакой карты здесь. А, вот еще, наверное, из-за этого говнюка мелкого. Тихо ты. Всякие гусеницы. Опять обезьяна тут с посохом. С какой-то веткой. Готово. Револьвер. Обычный, да? Ну, давай посмотрим, что за револьвер. А, ты такой же, как у меня, или нет? Револьвер. Да, почти такой же. Нет, ну трубку я духовую, конечно же, не оставлю им. Я ее заберу с собой и пойдем мы, наверное, с тобой вот сюда, вот в бок. У нас тут сундук какой-то есть. Глянем. Пустынный орел. И как он шмаляет? Да это не то. Вот он. Ну, ладно, сгодится, наверное, да? На первое время. Так, у нас есть с тобой наверх дорожка вот сюда вот. Заглянем просто мимолетом. Ой-ой-ой-ой-ой. Да тихо ты, блин. Меня что, отравили или что, замедлили? Я, по-моему, медленно очень хожу. Разобрался я с ними. Зелье энергии. Спасибо большое. Так, у нас там есть портал, а внизу восклицательный знак. Значит, что-то там полезненькое лежит. Давай проверим. Это у нас официант. Он предлагает нам восполнить здоровье. Так, увеличение максимального здоровья, да? 20 голды, а у меня нету столько. У меня всего лишь 2 монетки, поэтому валим отсюда, что есть силы. Сходим с тобой наверх. А потом, если что, и в телепорт можно будет забежать. Дай мне духовую трубку мою. Погнали.
всех разбиваем, бомбим. Блин, какие-то бермуды здесь натуральные. Обезьяна, отвали. Еще. А это обезьяна с дубиной. Две обезьяны. Давай их сейчас накумарим здесь. Все. Легче пареной репы здесь было. То есть теперь мне остается только лишь идти в портал. С удовольствием я это сделаю. Покидаем мы с тобой эту территорию. Выбери бонус. Так, бонус у нас с тобой. Увеличивает дальность атаки. Ага, оружие ближнего боя. Оружие ближнего боя может отразить пули. И ускорение зарядки оружия, требующее зарядки. Не, давай вот это, наверное, отразить пули. Я думаю, что пригодится. Но для этого мне нужно еще оружие найти ближнего боя. Верно? Верно. Оу. Тихо, 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 обезьянка. Опять меня замедлили, друзья. Видишь, какая-то фигня над головой у меня зеленая. Куда ты бежишь? Они еще и бросаются тут чем-то. Уходим, уходим, уходим. Да, я вот так вот сделаю. Фига, обезьяна-шаман, что ли, там у нас была? Ну, где вы тут? На тебе. Так, обезьянка с веточкой. Все, разобрали. Две монетки, немножко энергии. Давай-ка вниз спустимся и посмотрим, что у нас тут. Ого, статуя чародея. Дать статуе 15 монет. Нету у меня столько монет? Нету. Пойду за сундуком схожу. Ох, какой большой. Чего там? Да нет, зачем мне посох природы? Дайте мне вон ту пушку. Вот, пушка лассо. А ну-ка. Слушай, оно даже энергии не требует, прикинь. То есть я могу стрелять, не трача энергию. Меня устраивает такой расклад. Где тут враги? Врагов здесь нету. Все уже давно отдуплились. Тынь-тынь-тынь-тынь. Будем бомбить сейчас. Слушай, прикольная пушка на самом-то деле. Во-первых, очень быстрая, это раз. Во-вторых, не требует энергии, это два. Эть! Петарды тут в меня, камни летят. Кошечка, блин, интересно, можно взять нового питомца какого-нибудь, а? Себе. Иди ты нафиг, горилла. Опять эти статуи. Мы так вообще как будто в джунглях с тобой, да, в каких-то. Обезьяны. Статуи. Так, штыковая винтовка. Слушай-ка, давай мы попробуем посмотреть. Да ну. Пусок стреляет в разы быстрее и круче. Так, я могу сюда сходить. А по-моему, мы здесь были с тобой, да? Да. Ну что же, тогда остается только один вариант. Это нам в портал. Какой, интересно, здесь будет босс? Какая-нибудь большущая, здоровая горилла? Вполне может быть. 1-3. Давай-ка наверх прогуляемся. Уже ждет макака меня. На-на-на-на-на, получи. Воу-воу-воу-воу, тихо. Блин, какой-то тупик. Блин, мне надо восстановить броню себе. Давай, броня, восстанавливайся. Вот эти вот кувшины все с тобой сейчас разобьем. Тут монетки могут быть. Опа, гориллу подбили. Статую мы с тобой подбили. Ой, уходим. Нормуль. Погнали. Статую уничтожили. Эту сейчас с тобой тоже подобьем. Не надо свои фейерверки тут в меня бросать. Смотри, что делать, а? Уходим. Готово. Бумеранг. Зелененький. Ну-ка проверим. Ну, я, честно говоря, думал, что он будет ко мне в руки возвращаться. Все-таки пока я... Как посмотрю... Нет, отдай мне пушку лассо. Вот, вот это самое то, мне кажется, идеально. Пойдем за, сходим за сундучком. Открывай. Пустынный орел. Не нужно мне никакого пустынного орла здесь. Фонтан. Колодец желаний. Бросить монеты в колодец желаний. Развод что ли какой-то, эй. Просто разводил его, а. Вот засранцы. Так, быстро. Быстро тут с тобой действуй. Так. Давай-давай, котик, гоняй эту обезьяну. Шикарно. Так, это еще тут макака-шаманка.
со своими фейерверками получила свое. Это что еще за личинка тут, блин? Блин, эта личинка меня отравляет. О, а у нас с тобой со здоровьем-то совсем все плохо. Совсем-совсем. Ты посмотри. У меня вообще не осталось здоровья. Эти еще тут лазерами бомбят. Офигеть, какое у нас с тобой ускорение тут становится. Всех-всех наказываем. Но готово. Нет, то, что энергию дают, это хорошо. Но мне бы восстановить здоровье. Вот что в первую очередь нужно. А такую возможность мне не дают. А что это за статуя? Просто так? Походу дела, да. Ну что, пошли с тобой в следующий портал. Выберите бонус. Так, смотри. Увеличение эффективности зелий. Иммунитет к огню и взрывам. Увеличение урона от огня врагам. Давай, наверное, вот это с тобой сделаем. Увеличение эффективности зелий. Но 1-4, скоро уже будет босс. О, тут надо быстро. Так, активируем с тобой умение и погнали, 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 погнали. Всех валим. Хорош, макака. Тебе тут не рады. Вот и все. Взяли. Так, здесь у нас какой-то бонус есть. Давай посмотрим. Это кто такой? Добро пожаловать на станцию аренды наемника. Вставьте монеты, чтобы начать. Хорошо. Наем удался. То есть за меня будет вот этот вот, друзья мои, робот. Погнали. Робот, не тупи, вот он. Теперь можно сходить в монетки. Чуть не пропустил такую золотую жилу, ё-моё. Тут каждая монетка на счету. Ой, что-то мне не хочется туда идти. Давай посмотрим, что у нас наверху. Обезьяны с автоматами, вы серьезно? Валим всех. Просто расколбас сделаю, ребят. Чу-чу-чу-чу-чу. Всем тут достанется. А робот, чем помогает мне робот, а? Не знаю. Поехали. Мы активировались. Эй, статуя, не зажимай меня, пожалуйста. Смотри, смотри, что робот делает. Прикинь, он накапливает удар и бомбит потом. Так, а ты что, статуя? Тебе особое приглашение нужно? Забомбили. Нет, подожди, еще не всех уничтожили-то. Тут и макака бегает. А это что еще за статуя, которая стреляет стрелами? Эй! Все, разобрались. Блин, да что ж ты будешь делать? Их тут целая куча. По всем фронтам. Погоди, где сундук? Они до... Вот он. Так, получили с тобой монеток. Блин, но мне надо восстановить здоровье. Что за фигня? Я так не играю, ребят. 2 хп всего лишь, 2. Ну и 5 брони. Броня, конечно же, в первую очередь слетает. Так, ну, там мы с тобой набирали чувачка, да, робота. Значит, нам нужно идти вниз. Оу, погнали. Блин, очень быстро бонус у нас этот заканчивается, конечно, со стрельбой. Но зато очень офигенный эффект. Это что еще тут за шаман? Давай, 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 этих обезьян валим, 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 валим. Так, какое-то полено тут лежит у нас, подберем попозже немножко. Вначале здесь разберемся с этими статуями. Все, нет, не все. Обезьян, отвали! Прям вот хотел... Так, 40-метровый клинок. Ох, я даже не знаю. Давай, наверное, возьмем. Подожди-ка. Как тут надо брать? Во. Ну, вот это тут, конечно, замах. И она меня немножко отвлекает. Древесина. Подобрал. Так, внизу портал. А здесь у нас с тобой сундук. Ух ты, прыгающий... Чего? Рельсотрон. А ну-ка. Оу. Слушай. Наверное, прикольная штука. Надеюсь, я не пожалел, что я ее взял. Так, у нас портал. Слушай, чувствую, сейчас босс уже будет, в принципе-то.
Бонусов никаких мне не дадут? Нет, ничего не дали. В магазине я могу установить себе торговый автомат, здоровье или еще что-нибудь? Чего там выпало? Снайперская винтовка, да нафиг она мне нужна, ваша снайперская винтовка. Аккуратненько. Активируемся. Имба просто какая-то, посмотри. Правда, энергию мы с тобой моментально съедаем всю. Все потратил, да, всю энергию. Слушай, ну не так много оружия, которое не требует энергии. Не так много в этой игре. Но, слава богу, у меня вот такая вот пушка досталась. Она довольно стреляет быстро, мне это нравится. Ну, а под усилением так она вообще крутая. Опять статуя ассасина. Что там надо? Вот я плачу монетки, и она мне ничего, ребят, не делает. Никаких привилегий. По-моему, тут босс сейчас будет, да, или нет? Я не знаю. Какая-то там платформа подозрительная. А робот до сих пор со мной, смотри-ка, его не уничтожили. Че, активируемся? Погнали. Со всеми, разбираемся тут. Давай, валим, валим. Нормуль. Шикарно. Так, сейчас еще появятся враги. Вот они, гаденыши. Оу! Нет, 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 не надо, убегаем. Я не должен погибнуть. Я еще слишком молод. Я еще слишком молодой рыцарь. Я не повидал легендарных боев. Еще враги? Да ну хорош. Что бы я тут один делал без своих помощников? Вот скажи-ка мне на милость. Да ничего бы, отдуплялся бы по полной программе. О, забрали. Так, давай мы все-таки, наверное, сюда с тобой зайдем. Я хочу просто глянуть, что тут. Ну что, активируемся и расстреливаем. Да уж дубки. Так. Подбил. Еще подбил. Обезьяну эту вольнем. Давай этого краба, я не знаю, кто он такой. Краб какой-то. Тихо, уходим. Твою же налево, что происходит? А, это пушка опять. Стреляет стрелами. Фу, а я справился. Давай этих обезьян ушатаем. И эту тоже, нормуль. А вот это, я так понимаю, можно пробивать. А для чего? Что тут такое может быть? Если честно, я пока тут ничего особого не вижу. Энергия, да? Тут можно собрать маленькой энергии. А вот оно что. Ладно. А где сундук? Топор. Белый. Не хочу я брать никакой топор. Но, слушай, а здесь босса нету. Как ни странно, пока еще. Может быть, вот здесь он будет? Вряд ли. Ё-моё, вот это я тут раздухарился. Смотри. Как я тут вжариваю по полной программе, а? Блин, это... Фигня, стрел не стреляет. Правильно, робот, помогай мне. Я строчу, строчу, строчу. Е! Забомбил. Уходим. Ну, макака. Подбили мы их тут всех, по-моему. Там кто-то, вон он. И последняя обезьяна, отлично. Друзья мои, великолепно. Так, все-таки босс у нас там будет. Впереди. Футбольный мяч. Я думаю, что он мне не пригодится. Ну что, берем с тобой прыгающий рельсотрон и идем на босса. Блин, я чувствую, сейчас босс меня тут быстренько закумарит. Да, исторический колосс. Я, ребят, бомблю. А что у меня пушка? Блин, я переключиться забыл. Да отвалите вы все. Что еще за... Бомбит его, блин. Осталось там совсем чуть-чуть. Есть. Ядрено. Подожди, тут еще... Фух. Ты прикинь, как мы с тобой круто разобрались. Батарея. Подобрал батарею какую-то. Кто? А, Брофист.
Ну-ка. Вопрос. Вопрос у меня, ребята. Стоит... погоди, а куда? А где брофист-то? А, вот он. Фу, я уже его потерял. Нет, 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 нет. У меня вот другой вопрос. Стоят ли вот эти вот перчатки того, чтобы их взять? Не знаю. Я думаю, что, наверное, стоит. Потому что это уникальная шмотка. Так, иммунитет к огню и взрывам. Увеличение урона от огня врагам. Так, сократить время восстановления навыка. Отсутствие дополнительного урона, если щит разрушен. Наверное, иммунитет к огню я возьму. Так, ребята, 2-1. Игровой автомат. Дай мне что-нибудь полезное, а? Зелье восстановления. Совсем другое дело. Ой, а где мой робот? Блин, бедняга, робота нету. Ай-яй-яй. Рыцари, поехали. На эти гаденыши. Всех раскумарю. Так, бомбанули. Ну иди сюда, шитик. Так, у меня броня, ребят, накопится или нет? Ой. Хотел брофист этот проверить, как он хотя бы работает, но, видимо, не получится у меня пока. Ай! Кто там еще стреляется так? Да, блин! Броню нужно копить. А как они так быстро меня раскумарили? Ребята, воскресить, конечно же, бесплатно, ё-моё. Ну, о чем тут можно говорить? Давай, 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 родной мой. Готовенько, да? Монетки с тобой собираем, ящик открываем. Улучшенные звезды ниндзя. Ох, улучшенные. А что не требует, ребята? 6 энергии за выстрел? Ты серьезно? Не знаю. Блин, я не хочу с этой пушкой прощаться. Пускай она и легенькая, и слабенькая, но она меня выручает. Что вот с этими перчатками делать? А, кстати, перчатки тоже не требуют энергии. Так, погнали за сундуком. Так, торговец. Рыцарское копье. Большое зелье. Оно мне все это не нужно сейчас. Надо тестить эти перчатки, наверное. Мне кажется. Или не стоит. Йо-хоу! Забегаю. Начинаю валить. Как ошалелый я просто с этими... с этим оружием, ребята. Кстати, мы еще с тобой не тестили перчатки. Именно... сейчас попробуем. Воу. Да какой ты крепкий, а? Слушай, они прям как самонаводящиеся. Мне даже не надо ничего делать. Они сами направляются и бомбят врага. Это прикольно. Если честно, это очень прикольно. Так, что у нас тут? Кто это такой? Оружейник. 32 монетки, да? Ну давай. Нельзя выковать усиление. Ну а здесь можно? Пушка Гаусса? А, так он не усилил ее, да? Ну, спасибо тебе, бродяга. Погнали дальше. У нас телепорт. А вот это я могу? Ну, а вот эти перчатки, к сожалению... А, нет, могут. Я думаю, что они не смогут пробивать вот эти ящики. Нет, все, не могут. Правда, как-то вот... ну, пушка у нас с тобой теперь уже со звездочкой. Погнали. Портал. Ну что, заходим. Можно было и так просто нажать на кнопку и зайти. 2-2. Можно здесь восстановить себе 15? Нет, не буду. Вдруг какого-нибудь наемничка с тобой найдем хорошего, я его возьму. Переключимся. Поехали. Ну, по красоте, на самом деле. Кто это такой? Что за маг тут еще? Кислый щей появился мне. Слушай, я вначале не хотел брать эти перчатки, но теперь они мне очень сильно нравятся. Единственное, что надо вот эти вот бочки взрывать издалека, иначе можно попасть под выстрел. Уйди ты нафиг от меня. Давай, давай, давай. Отлично, отлично, отлично. Подбили. Что это за мелкий шитик там?
Ну куда ты там уходишь? Опа. Давай перчатки. Просто в расколбас их всех. Еще бы нам сбивать бы вот эти вот патроны, которые у нас летят. И цены бы не было этим перчаткам. На, на, готово. Сундук, пойдем за сундуком сходим. Нифига тут. Огненный бластер, цветущая вишня и зелье восстановления. Зелье можно мне? Во. Фулл хп, да? Энергия и броня. Все как полагается. Сундучок. А что у нас тут, а? Статуя вора. Угу, понятно. Ёпарасеты, сейчас будет жестко, друзья мои. Сейчас будет жестко. Я там взрывов наделал. Тихо-тихо, отходим. Маги здесь самые противные. Походу дела, да? Потому что они бомбят своей магией, энергией. И вот эти красненькие чудики, когда умирают, они, видишь, что делают? Всякую парашу мне. Мы будем с тобой стоять здесь и накапливать потихоньку броню. Верно? Верно. Видишь, вот этот малой, когда красный взрывается, умирает, да? Он после себя начинает, как бы тебе сказать, смертельный такой взрыв делать. Вниз. Нам только вниз сюда. Заклинаха у меня готова. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо ты. Они самонаводящиеся. Да хорош. Маг противный. Давай его зашкварчим. Так. Не надо, не надо, не надо, не надо. Уходим, 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 ребята. Готов, партизан. Так, еще, тут много магов, поэтому мы с ним должны разобраться. Да уйди ты со своими. Ох, засранцы, а ты посмотри. Минус. Так, наверху рыцарь. Убили, готово. Ой, не все так страшно и прекрасно. Где сундук? Вот он. Базука. Слушай, наверное, не буду брать. Да у меня, видишь, в инвентаре всего лишь две ячейки. Ты понимаешь, да? Первая ячейка у меня, конечно, этот автомат, который не требует энергии для выстрела. А второй — мои супер биофитские перчатки. Ну-ка. Погнали. Ой-ой-ой, вот это вот я. Вот это я сейчас, конечно, зря, зря, зря. Ждем, ребята. Ждем накопления. Пускай броня копится у меня. Смотри, что творится, а. Твою ж налево, жестко, жестко здесь. Фига, он выпустил в меня. Блин, маг противный, а. Да, друзья мои, не обошлось, конечно, без затрат. Ты видишь, да, они мне все-таки одну единичку хп сняли, но у нас тут, слава богу, есть зелье энергии. Ой-ой-ой, забыл. Забыл я совсем про эту турель. Все. Ну и что? Что я восстановил? Зелье восстановления, походу, дело работает только для манны. Так, я уже забыл, я здесь был или нет? Статуя священника. Кстати, мне сказали, копи деньги на священника, он имба. Это правда или нет? Так, что тут? Ждут они меня, голубчики, да? Хорош. Быстро я тут что-то с ними расчекрижился. Слушай, ну мне на самом деле повезло, что у меня вот такое вот оружие есть. Серьезно тебе говорю, не требует энергии. Так бы я уже тут давно бы, наверное, сфейлился бы. Ох ты, выбери бонус. Максимальная энергия плюс 100. Максимальная энергия — это чего? Жизнь или именно манны? Манны, скорее всего. Появление ударных волн, если щит разрушен. И возьми в бой... Вот, вот. Возьми в бой дополнительное оружие. Можно, в принципе, это взять. Или же все-таки энергию. Если щит разрушен. Появление ударных волн. Вот незадача, а. Давай, наверное, энергию с тобой возьмем. Дополнительную. Да, у нас с тобой 280 энергии стало, видишь? Окей. Продолжаем нашу эпопею. Брофист. Ох, ё-моё, кого я там вижу, ребят, смотри. Супер-пупер кибернетик какой-то. Уходим. Давай валить. Этого робота надо нам с тобой забомбить. И это однозначно. И смотри, что он творит. Поехали.
Наша очередь, как говорится, его бомбить. Мы и критуем, и все. Он живучий, оказывается, гаденыш. Там турель какая-то появляется. Котик мой ее отвлекает, что ли? Тихо. Смотри, что он творит, а? Все, минус турель. Денежек 64 монетки. Давай сюда сходим. Кристаллы, отлично. Спасибо большое. Так, зайдем с тобой, наверное, сюда, в правую сторону, да? Проверим, что тут у нас есть. Блин, рыцарь тут стоит этот. Давай, мага в первую очередь, конечно же. Сейчас еще поеду. Нет, слушай, а что так быстро-то? Поддаются, да, мне? Сходим наверх за сундуком. И еще в правую сторону зайдем с тобой. Проверим там комнатку. Легкий арбалет. Прям такие легкие. Если бы у меня была бы третья ячейка, конечно бы я взял бы этот арбалетик. Но пока не будем ничего здесь брать. Оу, турель. Смотри, что происходит. Жесть, жестяк, лютость. Блин, ну пуха вообще огонь. Ребят, ну пуха огонь, действительно, тебе говорю. Просто прекрасно. Ух, надо было вот вляпаться туда. Хорошо, что у меня... Что это, статуи обычные? Ты видел, была какая ловушка? Я подбил ящики, и они в меня плеснули дротиками. Также касается и вон той бочки, да, которая у нас с ядом. Ну что, здесь мы все с тобой прошуршали. Ящик открываем. И валим с тобой в портал. Портал нас заждался. Двигаемся. Так, после некоторых уровней ты получишь усиление. Да, да, получу. Торговый автомат, что он мне даст? Зелье восстановления. Спасибо, фул хп у нас. Ну что, готовимся? Шипы и киборг. Ох, ребят, не знаю. Давай, поехали. Он бомбит по мне. Рыцаря в расход. Этого тоже. Солидно. Очень у нас с тобой прекрасно все сейчас получается. Внизу сундук. Давай глянем. Что тут за сундук? Что в нем? Огненный топор. Ё-моё. Блин, ребят, я не знаю. Брофис, может быть, посмотрим? Нет. Все-таки брофисты будут, наверное, получше. Погоди секунду, а там у нас восклицательный знак. Там, скорее всего, наемник, да? Не знаю, зачем я так сделал. Не надо так рей. Да, друзья мои. Давай, я заплачу. Можно мне кабанчика этого. Ать, красота. Красота несусветная, друзья мои. Так, у нас с тобой еще две комнаты не пройдены. Так что погнали. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. А что, я с кабана-то слез? Зачем кабан? Ты... А что случилось с кабаном-то? Что, ты хочешь сказать, что его уже подбили у меня? Чуть было не подбили сейчас только что, а? Друзья мои, посмотри. Турель это еще противная тут стоит. Этот сейчас бомбанет. Я справился, да? Я справился. Зелье энергии. Блин, мне бы, конечно, не... Слушай, самое удивительное, почему это... Да блин, кабан этот, по ходу дела, застрял в дверях? А, нет, он не застрял. Ребят, когда я активирую суперспособность, он у меня спрыгивает с кабана. Вот оно что. То есть, на кабане будем плясать? Так. Ё-просто, тихо. Угомонитесь, враги. Враги, вражины. Да чтоб тебя, блин. Потому что я не активировал свою суперспособность. Вот и все. Смотри, как все это делается легко и просто, когда ты на активации стоишь. Маг тут еще пришивый со своими. Ать! Котик, ты бы шел бы, помогал бы мне там. Ё-моё, в конце концов. А, вон кто там еще стоит. Все, зачекрыжили мы его. Блин, мне бы здоровье восстановить. Понимаешь?
что? Кластерная ракета. Проверим. Ого. А сколько требует она? Понятно, 4 энергии за один выстрел. Нифига меня это не устраивает. Тихонько, подожди. Так, накопим с тобой энергию, наверное, и пойдем в бой. Чтобы сразу активироваться, да? Кто там у нас? Понятно. Обычный. Здесь нужно пробиваться. Ладно, пробьемся. Ну, маг, где ты там? Главное не попасть под его хитрую ловушку. Да куда ты? Маг, я тебя достану. Я все равно достану. Упс. Турелька тут еще бомбит. Уходим. Уходим, друзья мои. Блин, две турельки. Одну хотя бы хотел уничтожить. Фу, переждем, подожди, не будем бежать. Броня пускай у нас с тобой накопится. Котик отвлекает, молодец, красавчик, котя. Спасибо тебе, зелье здоровья. Спасибо вам большое, как раз этого зелья мне и не хватало. Восстановились с тобой здоровье. И следующий, друзья мои, босс. Ох, кто же здесь будет? Я с таким, по-моему, еще не дрался. Ну что, с богом? Великий темный рыцарь. Ты что творишь-то, эй? Темный великий рыцарь. Ребят, ну вы извините, это вообще это ж знаменитый искатель приключений. Я получил достижение. Ну и куда мы тут с тобой пройдем? Корм для питомца. И здесь я упал, да? Слушай, а как вот действительно было драться с этим чудиком, с этим боссом, с рыцарем? Сложно было на самом деле. Ну что, у нас тут с тобой вот это еще как-то чудило появилось, да? И 1927 монет. Ну что, дорогие друзья, я думаю, пока на сегодня будет достаточно. Неплохой у нас получился забег. А вы мне, ребят, можете написать в комментариях, как завалить этого босса было бы проще. Ну ты видел, да, он стреляет практически везде свои снаряды. И где-то там спрятаться, увернуться, ну, практически не было возможностей. Или я просто ничего не успел разглядеть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.